расскажу вам про моего прадедушка Чаплыгина Николая Васильевича. Мой прадедушка Чаплыгин Николай Васильевич служил в 99-м бомбардировочном авиационном полку на Сталинградском и Донском фронтах. До ранения летал на самолетах СБ и Пе-2, был стрелковым бомбардиром. После ранения был списан на землю и до конца войны работал на аэродромах мастером авиавооружения. Старший сержант Чаплыгин Николай Васильевич был награжден медалями за отвагу и взятие различных городов, орденом за Великую Отечественную войну второй степени. После войны работал учителем по математике и физике в Волжском городке Марксбург.